А? Привет! Привет, Лолочка! Смотри, как много игрушек! Ага. А давай играть! Ага, давай! Только я не знаю как! Ха, а я уже придумала! О. Давай строить дом! Ну, опять строить дом? Ну да! Нет, не хочу! Это неинтересно! Ну давай, Азиз, построим дом, а потом устроим новоселье. Сядем за стол на стульчики и будем пить чай из крохотных чашечек. Ну давай, Азиз. Нет. Ну будет весело, вот увидишь. Нет, я не хочу. Ты бери кубики, строй дом, а я сам себе какую-нибудь игру придумаю. Хай, ну ладно. Ты играй сам по себе, а я буду играть сама по себе. Вот что. Сяду-ка я за стол. О! И буду ждать гостей. Как будто у меня день рождения. Так. Желтенький, а сверху... Ой, хотела зелененький. Ну вот. Домик развалился. Эх. Да, опять упал. Когда один строишь, ничего не получается. Скучно так играть. Нет, так не пойдет. Пересяду вот сюда. Сейчас. Ой. Нет, на том стуле лучше было. Ой. Вот. Вот здесь лучше. Ой, нет. Сидеть одному, ждать гостей, это неинтересно. О, ну-ка посмотрим, а что здесь? О, конфеты, печенье, о, сухофрукты. Ой, конфеты? Нет, не буду. Конфеты вредны для зубов. А вот сухофрукты, они полезные будут. Хай, я хотела построить дом. Новый дом, хороший дом. Вот, домик развалился, никто не заселился. Ну и чудо, ну и диво. За столом сижу один я. Просижу так до утра. Вот так скучная игра. Эх. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуйте, тетя Мунира. Здравствуйте, тетя Мунира. Здравствуй, Лолочка. Здравствуй, Азиз. Здравствуй. Добрый-то добрый, да не очень. А почему же это? Не знаю. Скучно. Очень, очень скучно. А почему вам скучно? Не знаю. И я тоже не знаю. Угу. Ребята, а может быть вы поссорились? Нет, мы не ссорились. Но это хорошо. Я думаю, что вы играли вместе. Нет. Азиз играл сам по себе, а я сама по себе. Угу. И я строила домик, а Азиз... А я играл в свой день рождения. Да. Ну, все понятно, я все поняла. Вот, ребята, глядите, у меня есть вот такая маленькая замечательная книжка. Ой. А в ней очень интересная сказка. Ой. Я сейчас вам прочитаю и вам прочитаю, Лола Азиз. Хорошо. А вы внимательно слушайте. Стоит в поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Бежит мимо мышка-нарушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка. А ты кто?» «А я лягушка-квакушка. Иди ко мне жить!» Лягушка прыгнула в теремок,
Стали они вдвоем жить. Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я, зайчик-побегайчик. Иди к нам жить». Заяц скок в теремок. Стали они втроем жить. Идет лисичка-сестричка, постучала в окошко и спрашивает. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка». «Я, зайчик-побегайчик, а ты кто?» «А я, лисичка-сестричка». «Иди к нам жить». Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. Прибежал волчок, серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка». «Я, зайчик-побегайчик». «Я, лисичка-сестричка, а ты кто?» «А я волчок, серый бочок». «Иди к нам жить». Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, остановился и заревел во всю мочь. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка». «Я, зайчик-побегайчик». «Я, лисичка-сестричка». «Я волчок, серый бочок, а ты кто?» «А я медведь косолапый». «Иди к нам жить». Медведь и полез в теремок. Лез-лез, никак не мог влезть и говорит. «Я лучше у вас на крыше буду жить». «Да ты нас раздавишь!» «Нет, не раздавлю!» «Ну так полезай!» Влез медведь на крышу и только уселся. Трах-бабах! Раздавил теремок. Затрещал теремок. Упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок. Все целы и невредимы. Вот если бы они остались и стали строить вместе дом, было бы намного лучше. Да-да, Азиз, без тебя мой домик развалился. Помочь ведь было некому, и мне стало очень скучно. А мне тоже без тебя было скучно, Лолочка. Никакой игры не получилось. Ребята, я думаю, что вы точно знаете, что нужно все делать вместе. Тогда получится намного лучше. Да-да, да! А что вы мне скажете о сказке? Ой, тетя Мунира, сказка «Теремок» мне очень-очень понравилась. Она учит нас доброте и отзывчивости. Никто никого не обижает. Правильно. А я понял, что не стоит отчаиваться и грустить. Нужно пытаться делать что-то новое. И если бы звери не расстроились, когда их теремок развалился, а наоборот, принялись бы строить новый домик, где каждому нашлось бы место. Да, верно, и они ребята. Бы ужились под одной крышей. Верно, я с вами совершенно согласна. Мы сейчас в сказке видели, что животные нашли общий язык и стали вместе жить под одной крышей. Эта сказка учит нас многому, что нужно быть неравнодушными и добрыми. А также учит жить в тесном коллективе и быть неравнодушными, иметь сострадание друг к другу и заботиться о своих друзьях. Лола, Азиз, а вы знаете какие-нибудь пословицы и поговорки о дружбе и сострадании? О дружбе и сострадании? Ха! Вспомнила! Ну-ка! В
тесноте, да не в обиде. Верно. Дружба познается в беде. Замечательно, замечательно. Вы большие молодцы. Я думаю, что мальчики и девочки, а также их родители, тоже вспомнили пословицы и поговорки. А еще я предлагаю разобрать их в кругу своей семьи. Я думаю, что это будет очень полезно и интересно. Ага. Ну что, ребята, пришло время прощаться? Да. Да? До свидания, ребята. До свидания. До свидания, мои маленькие друзья.